Да-да-да-да-да-да-да-да-плей. Ребятки, давайте сыграем с вами в такую интересную игру под названием «Растения против зомби». Давайте зайдем в пятый уровень как раз. Да-да-да-да-да. Поехали. Поиграем. Что у нас здесь? Какое задание будет? Сейчас посмотрим. Так, что чувак говорит? Внимательно, внимательно смотри, сейчас тебя будут атаковать зомбаки. Да, зомбаки, очень много зомбаков. Хорошо. Что мне здесь? Пираты, пираты, зомбаки-пираты, ё-моё. Так, давайте посадим быстренько. Нам нужны подсолнухи, чтобы нам давали солнышки. Давайте еще второй подсолнух посадим. Так, ну в принципе пока что успеваем. А, нет, смотри, все, пошли зомбаки, ё-моё. Так, идет первый зомбак. Давайте мы сюда посадим вот этого чувака. И дальше продолжим сажать наши подсолнухи. Все. Сейчас. О, еще второй идет. Ладно. Сейчас подождем, насобираем. А, вот, все, как раз готов. Давайте еще одного чебурека посадим. Кукурузку. А, надо будет, короче, здесь насадить побольше вот этих вот штук. Нашу кукурузочку побольше посадим сейчас. Давайте высадим полностью кукурузой, чтобы была у нас какая-то защита. Все, первая линия, ребята, у нас посажена. Теперь можно садить вот такие вот орешки посадим. Так, один чувак какой-то прибежал, давай. Мы тебя вот так вот заморозим, пожалуйста. Сейчас он съест, заморозится, наверное. Да, ё-моё. Так, а чё, он заморозку не стал есть? Ладно, сделаем по-другому. А заморозку сейчас мы, ребята, посадим поближе куда-нибудь, чтобы кто-нибудь заморозился вот сюда. Вот, давай, сейчас он сюда прыгнет. И как раз на заморозку. Так, давайте листочек побольше сделаем. Моё солнышек. Хорошо. Так, защиту сюда еще посадим. И вот сюда вот. Ох, нифига, подожди, что творится, алло. А что, заморозку никто не съел? Мою. Так, давай вот этот, на, съешь заморозочку. А, заморозка действует только на одного, да, я так понял? Почему-то я думал, что на всех будет действовать. Нет, давай сейчас взрыватель поставлю. Всех, а, нет, всех, не всех. Всех взорвать не получилось, к сожалению. Так, орешек сюда посадим. Давай дальше. Так, возьмем вот эту. А, мы сейчас много-много сделаем чебуреков. На, получили все. По мордасам. Вот, хорошо. А что у нас еще из замораживателя? Сейчас сюда посадим. Пусть замораживаются пока. Но у нас еще много, ребята, с вами кукурузок. Давайте посадим побольше кукурузок. Так, давай сделаем так вот. Во! Всем-всем по кукурузке. Плохо, что кукурузка, она стреляет только в одно место. Просаживается, видишь? Давай сюда поставим орешек. Сюда замораживатель. Так, ну, в принципе, денег у меня достаточно. Можно и бомбочку поставить. Хорошо. А кто у меня здесь, ребята? Так, этот стал есть. Ладно, сейчас я быстренько всем поставлю. Ну, не знаю, на всех хватило, не хватило. Ну, вроде бы хватило на всех. Хорошо. Что у нас еще можем? Кукурузочку поставим. Давайте поставим. Еще одну кукурузку. И можно орешек сюда еще поставить. Пусть едят орешки. Пусть едят орешки. Мне не жалко, ребята. Что у нас происходит здесь? Так, ну волна, в принципе, закончилась практически. Давайте мы еще бомбочку поставим сюда. Всех взорвем. Ну, кто взорвался, тот взорвался. Хорошо. Все, монетку заберем. Еще одна монетка. Побольше. Монеток много никогда не бывает. Мало, то есть. А, много, да, много монеток никогда не бывает. Так, ну что, все, уничтожили мы последнего. И заработали еще одну монетку. Хорошо, ребятушки. Мы с вами прошли этот уровень. Так, это что за башка такая? Сейчас посмотрим, что там башка даст. Ага, ничего вроде бы не дает. Ладно. Так, открыть. А, монетки. О, монетки, спасибо. Чем больше монеток, тем лучше. А, увеличили мы попкорн, то есть наш, этот самый, кукурузку нашу улучшили. Так, вот этих троих мы разблокировали, нифига себе.
Круто, круто, ребятушки. Вот такая вот игрушечка. Привет, ребятки. Ну что ж, поехали воевать за танки. Берем наш танк и едем. У нас сегодня в пустынке. Пустыню я люблю. Мне нравится пустыня. Здесь будут летать еще эти самые вертолеты. Так, тихо, тихо, тихо. Так, подожди. На тебе. Щелкнул, нет. Нифига. Идет за мной. Готово. Так, все, мы его уничтожили, ребятушки, едем дальше. Где-то здесь еще. Ох, нифига. А где вертолеты? Чуть вертолетов я не вижу. Хотя здесь должно. А, вот он, первый вертолетик, ребятушки. Давайте подождем его. Да. Сейчас он подъедет. Вот, есть, готов. А, нет, нифига. Как так? Сейчас он подлетит еще. Начинает стрелять. На, есть. Едет танк, ребята. Я его сейчас попробую щелкнуть. Есть, готово. Потихонечку приближаемся к звездочке. Так, монетки вижу. Где-то... А, вот едет. Как раз я тебя и ожидал, дружище. Что возле монеток окажется танк, который будет эти монетки защищать. Так, а здесь, может быть, еще один вертолетчик будет. А, нет. Просто танк едет. Ох, нифига, ты в меня стреляешь? Подбил меня немножко, ребята. Но ничего страшного. Так, два вертолетчика. Офигеть, как же мне с вами справиться? Скажите, тут еще вот этот. А, еще и мимо, ё-моё. Так, надо мне еще... Так, проехать, проеду быстренько. Так, этот у меня дымится уже, да, вертолетчик? Два даже. Так, здесь очень, очень плохо, что здесь танки еще подъезжают. То бишь, вертолеты, танки. Так, есть, подбил один. Наверное, может нет. Так, давайте атаку с воздуха припустим. По-другому, ну никак. Не получалось у меня. Так, отъезжаем немножечко сюда, стреляем, есть, готов. Угу. Так, здоровье у меня уже критическое. Уже желтеет. Пожелтело здоровье. Ладно, где там вертолеты? Подождем вас. Ага, вот летит. Есть! С первого удара. Вертолет готов. Так, два мощных танка. Раз, два. А, все-таки меня подбило, а? Тихо, тихо. Да ё-моё, что-то мешает мне, а? Что-то мне мешает там постоянно. Так, этого надо уничтожить. У меня уже горит. Здоровье. Ё-моё. Ну давай, мы подождем. Давай, подъезжай. На, готов. А где этот самый босс-то уже? Уже босса надо вызывать. Босса нету. Так, вот этот чувак. Ай, какой нехороший-то, а? Так, босс, у меня вертолетчик будет. Нифига себе, гонец ада какой-то. Ё-моё. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, нифига. Давай сейчас сюда подъедем. Вот здесь будем стоять, ждать его. Есть! Один ударчик ему получил. Сейчас, я надеюсь, со второго удара он шлепнется. Нет, нифига! Давай, давай! Есть! Готов! Готов, ребята! Босс повержен! Ой, как хорошо, как хорошо. Угу. Дополнительно мы получаем еще одну звездочку, ребятушки. Хорошо! Всем привет, ребятки! Вы на канале Дудаплей, и мы играем в Brawl Stars, и я хотел выбрать сегодня поиграть за Барли. Давайте скин возьмем такой вот, Барли волшебник. Поехали играть. Барли, он похож очень на Динамайка. Очень похож. Примерно такие же у него способности. О, смотри. Есть, я его щелкнул, прикинь. Я не ожидал, что я его щелкну. Я его щелкнул, ребята. Я офигею без баяна. Щелкнул Кольта, офигеть. Так, Динамайк против Барли, да? Кто кого? Так, Шелли убила меня. А, отомсти. Динамайк за меня. Нет, Шелли вытягивает всех.
А ну-ка, а не взять ли мне Шелли? Либо Орла. А, давай возьмем Шелли. Мы будем Шелли играть сейчас. Поменяем героев. Возьмем мы Шелли, ребята. Где у нас? А, вот он. А, подожди, не Шелли, господи, а что я говорю Шелли-то? Ниту, давайте возьмем Ниту. Пищалочку. Маленькую пищалочку. Поиграем Нитой, ребята. Я Нитой давненько не играл. А ну, гад. Смотри, что делает этот. Да ё-моё. Нита, бедолашка. Сейчас я эту щелкну, смотри. Она сейчас убегать начнет. Давай, давай, мы ее сейчас щелкнем. Она слишком хитрая была. Все. Щелкнули, у меня там медведь есть. Так, а медведь, дурачок, побежал в этот, в отравляющее облако. И помер. Да. Так, 4 бойца осталось. Что, серьезно, что ли? Что так мало? Да, нету, надо мне улучшать, слушай. Так, Эльпримка. Так, ты еще вонючка возьмешь этот мой. О, ты гад. На, сразись вообще-то с моим... С моим орлом. С орлом, говорю? С медведем сразись. Эльприма. Забрали мы все штуки у него. Ё-моё, две ниты, смотри. Прикинь. Нита с нитой. Да, щелкнул динозавр ниту. Угу. А мы получили с вами, ребята, 10 кубков. Я считаю, очень даже хорошо. Как-то так, ребятушки. Ну что ж, давайте поиграем в другую игру.